Стою я, веду церемонию, и заходит тот человек, который для меня является гуру и наставником. Мнение его для меня важнее, наверное, очень многих мнений. Я считаю, что это была, наверное, одна из самых показательных церемоний, проверка меня, потому что зашел человек не на 2 минуты раньше, не позже, а именно в тот момент, как только я начинаю говорить первые слова «Благословен на ваше решение создать семью», стою, веду церемонию, и я понимаю, как же важно то, что ты говоришь. А во время свадьбы какая сумасшедшая концентрация. Вот этих всех людей, которые готовились полгода к твоей свадьбе. Вот этих молодоженов, которые готовились год к этому союзу, да, вот каждый день идя к нему, думая об этой свадьбе. Поэтому то, что церемониймейстер закладывает, верят в это люди или не верят, ну, увы, оно имеет значение. И это зависит не от него, а от окружающих.